В этом году в Щелкове активно обновляются зеленые насаждения. Новые деревья и кустарники появляются там, где были спилены сухие, старые и больные, или же там, где, по мнению жителей, зелени не хватает. Уже высажено более 1700 саженцев на новой молодежной набережной и на улице Парковой. 1 июня экологическая акция под названием «Зеленая Щелкова» прошла на набережной Юности. Мы хотим озеленить наш город и продолжаем это делать. И мы очень рады, что вы сегодня к нам пришли. Сегодня на набережной Юности мы высадим более 100 кустарников. Каждый кустарник, посаженный вами, вы запомните. Каждый кустарник, который был посажен ребенком, отложится у него в памяти. Для высадки на набережной приготовили около сотни кустарников. Это любимая всеми сирень, а также чубушник, кизильник, белый дерен, несколько видов спиреи. Перед началом работы инструктаж для жителей провел представитель муниципальной службы озеленения и благоустройства. Сотрудники нашей службы уже частично подготовили места, где их надо будет сажать. Ямки надо будет расширить по ширине кома. Они должны быть чуть-чуть шире. Инвентарь у нас есть. Принять участие в акции могли все желающие. Марина и Николай с детьми просто гуляли на набережной, когда услышали приглашение поучаствовать в озеленении прибрежной территории и не упустили такой возможности. Чтобы вспоминать, приходить, около лавочки посадили дерево, будем вспоминать. Будут расти на Щелковской земле и кустарники, посаженные гостями из других городов. Елена с сыновьями Виталием и Димой тоже посадили растения на набережной Юности. Мы вообще из Москвы, да, мы здесь, у нас здесь находится дача, но мы очень любим этот город, и поэтому мы все выходные приезжаем, мы очень рады, что он только становится с каждым годом лучше и лучше, и зеленее. Теперь мы будем приезжать и видеть растения, которые мы посадили. Не только городские общественные пространства попали в акцию «Зеленая Щелкова» 1 июня. Активные жители просили администрацию включить в нее их дворы и встретили поддержку. В первый день лета акция «Зеленая Щелкова» продолжилась во дворах микрорайона Воронок. Жители трех домов по улице Центральной, где в прошлом году было сделано комплексное благоустройство, попросили завершить работы по озеленению их общей дворовой территории. Три дома на улице Центральной, 47-й, 49-й и 51-й, имеют общий двор. Жители называют его продолжением городского парка, поскольку он находится совсем рядом. В прошлом году они просили отразить это при благоустройстве. Так во дворе появились не просто лавочки, а садово-парковые диваны. Теперь на месте вырубленного сухостоя они дружно сажали рябины и липы. Мы давно хотели озеленить наш двор и благоустроить. И в том году нам у нас это получилось, но немножечко наполовину. Да, благоустроена детская площадка, а вот озеленение не произошло. Поэтому мы хотели и попросили, если мы попали в эту в акцию «Зеленая Щелкова», это прекрасно. Нам вот нужны рябины и липы. Вот, у нас как бы половина двора деревья сохранились, а половина двора, где проходило там благоустройство, было очень много сухостоя в том году, и вырубили очень много. Жителям предоставили саженцы, воду, грунт, инвентарь. В организации работ во дворе также помогли служба озеленения и благоустройства, отдел по вопросам благоустройства администрации округа и управляющая компания ДЭС ЖКУ. Ирина Микеда, телерадиокомпания «Щелково».